Девочки, привет. Алены вчера не было. Алена лежала. В Росмане купила краску, так вчера и не покрасила. Лежала с мигренью сутки. Вообще подняться не могла. Нам подарок купила. Конфетки, печеньки. Чай такой. Мерси взяла. Две тоже на подарок. Это взяла носки. Новогодние носочки. Чтобы было в чем Новый год встречать. Тут тоже взяла Сереже свитер. С таким Дедушком Морозом. Там разные мы были, видели. Но взяла такой Дедушка Мороз. Ну, естественно, взяла трусы новогодние. А то что, уже теплый. Как? Как не взять? Трусники теплые. Кто его знает? €13 трусники и €20 свитер. Сходили вот так на Вайнас базар. Сережа только приобрели и все. Мы вышли с Вайнас базара, наверное, и минут 10 прошло нам навстречу уже. Мы уже ушли оттуда. 10 автобусов с полицией поехали на Вайнас базар. Там какое-то происшествие было. Выходили бастовать кто-то. Насчет чего, насчет как, не знаю. Мы как раз отошли уже оттуда. Какие-то разборки там были. Поэтому не знаю. По-моему, я еще одни носки брала или нет. Только эти. Не знаю. Но это просто такие простые какие-то. Ну, не оторвать будет мне сейчас. Чувствую себя так более-менее. Желудок еще болит от таблеток. Я вчера столько их сожрала. Уже ибупрофен 800 пила. Их надо пить с таблетками от желудка. Я посмотрела, срок годности у меня вышел. Я их не стала брать. Так пила без них. Поэтому мне желудок сегодня болит. Сейчас вот поставила мясо, борща наварю. Видать, легчает уже. Борща наварю. Поедим. У нас темно, как в танке на улице. Вообще. Льет, льет с утра. Вот дождь льет. Во сколько я встала? В 5 утра. И вот он льет, льет, не переставая. Вчера все планы по боку. Елку хотела купить и то, и все. А в пятницу с вечера, как начала голова болеть. И все, сутки, это обязательно, сутки будет болеть. Там хоть что ты делай, хоть отруби ее. Это вот такие приступы мигрени у меня, когда ты глаза даже не можешь открыть. И ничего тебе не помогает абсолютно. И специальные таблетки от мигрени брала, и какие хочешь. Ничего не помогает. Вот пока оно не переболит. Такие дела. Сегодня на дачу на гриль позвали. Не знаю, если нормально будет все. В том же духе, то пойдем. Вот так-то вот бывает у меня. И вот это мне, у меня вот такое и у брата. Что тоже мигрень. Тут, в общем, может тоже по трое суток лежать. Какая мерзкая погодица. Даже солнышка нету. А как в будние дни на работу, так солнышко вылазь. Как в выходные, вот такое. Мрак мраком. И ничего не сделаешь. Никак не повлияешь. Да погода вот на тебя влияет, а ты на нее никак не можешь повлиять. Вот. Так-то. Девочки, свою физиономию не буду показывать сегодня. Вот такое я беру вместо томатной пасты тертые помидоры.
борщ. Мне нравится. Расскажите, каждая борщ вообще он не повторяется. Вот сколько бы ты его ни варил, он каждый раз разный получается. И вот каждая хозяйка варит борщ по-разному. И каждая хозяйка утверждает, что у нее борщ самый вкусный. Это сколько раз я замечала? Ой, а мне хоть какой. Пока борщ делаю, Сережу отправила. Может, елку купит за елочкой, потому что мне некогда сейчас. Вчера были планы за елкой и везде. Вот все время замечаю, как только ты построишь какие-то планы, обязательно обломаешься с этими планами. Обязательно что-то случится. И все пойдет через одно место. Сейчас быстренько сварю. У меня оставалось мяско этот индюк. Индюк. Индюк, девочки. Вчера пожарила половину. Стушила, вернее, с грибами. И с картошкой, а эту половинку борщ сделаю. Вообще у нас темно на улице. Темень. Сегодня утром встала. Думаю, слава богу, голова не болит. Включаю сообщение. А там одна уже пишет, какая я необразованная, с ошибками пишу. Ну, училка, короче, я так поняла. Училка. Просьба большая, училка, не заходить ко мне на канал. Просто люди, иной раз сама вижу, что написала с ошибкой и не исправляю. Людям, которые смотрят, да, и увидели эту ошибку, молчат просто, ну, всякое бывает. Не на ту кнопку нажал. Или просто я обычно всегда вот разговариваю, прикалываюсь. Ну и пишу. Прикалываюсь. Потому что я знаю девочек, которые на меня подписаны, они уже знают мои приколы. А эта училка учит меня, как и чё. Я вообще потом сижу и думаю, блин, она увидела у меня ошибку. Она теперь, наверное, возьмет пистолет и застрелится. Вообще, это же как? Это все, она смысл жизни потеряла. Я написала слово с ошибкой. Да у меня там больше половины с ошибками, так что можно уже застрелиться вам. Кошмар какой. Да тебе тяжело будет жить с незнанием немецкого языка. Боже, как-то же живу 22 года. Вроде все понимают. Я всех понимаю. Пипец. Как-то ведь живу и ничего. Слава богу. Вот что вот этим теткам надо, я вообще понять не могу. До всякой хрени доколупаться. Что вам заняться нечем? Ну, зашла, ну, не понравилось, ну, вышла. Ну, какие проблемы? Или тебя под дуло пистолета заставляют смотреть? Девочки, ну, уже успокойтесь там некоторые. Господи, смотришь, как будто я первая с ошибкой написала или что. Вон больше половины пишут. Я же их не подправляю. Вон у тебя с ошибкой или что. Мало ли какая ситуация, что ты написал с ошибкой. Мама дорогая. Хочу вам сказать, не учите бабушку кашлять. А то уж куда деваться. Зашла училка и будет она меня учить. Ой, кошмар, что творится? Ну, что люди-то такие злые? Ну, какой реакции вы потом от меня ждете? Ну, ладно бы, написала бы как-то корректней. Ален, вот тут у тебя ошибка сделалась.
А то нет, все. Господи, чуть ли ты несчастная. Как ты жить будешь? Тот язык не знаешь, этот язык не знаешь. Как ты теперь будешь жить на этом белом свете? Каком? Каком буду жить? Как жила, так и буду жить. У меня все прекрасно. Позаботьтесь о себе, пожалуйста. Ну чё вот, блин, я не знаю. Столько девчонок пишет. Бывает, что у них в комментариях тоже ошибки. Ну, блядь, быть такой дурой, простите за мой французский, чтобы я сейчас на это обращала внимание. Ну чё, блин, с дуба попадали, что ли? Ну, девочки, ну успокойтесь уже. Уже не знаете, к чему придраться, что ли, там. Ну, успокойтесь. Господи. Ну, не нравится, ну, вышло, не смотришь. Ну, какие проблемы? Нет. Девочки, я всегда крупно режу капусту. И борщ у меня никогда не получается маленькая кастрюлька. Никогда. Всегда огромная. Я вообще не могу после вчерашних таблеток. У меня так желудок болит. Мне хочется что-то жиденького. Хотя вчерашняя картошка с грибами еще осталась. Но мне хочется жиденького чего-то. Не знаю, поехал Сережа. Привезет, не привезет елку. Все коту под хвост вчерашние планы. Все, кроме постели, ничего не видела вчера. Даже глаза открыть не могла. Это вообще как оно вот... Вот бывает, что тихо-тихо, потом как долбанет тебя. Оперировать надо, говорят, мигрень. Я смотрела один раз по телевизору немка. Она вообще мучилась, она вообще по стенам ползала. Потом прооперировала. Нормально. У меня не так прям часто. Раньше чаще было. Но бывает. Догонит где-нибудь. Такие. Чё только нет? Особенно у этих баб. Каких болячек только нет. Одно заканчивается, другое начинается. То голова, то жопа, честное слово. Сейчас скажут, слово жопа сказала. Не, ну а чё, жопа есть, а слова нету, что ли? Чё я буду перед кем-то прям... Ага, перед тем, как ролик снять, буду уроки русского языка и литературы изучать. Прям на бакалавра, блин, пойду. Кошмар, блин, вообще... Уже не знаю, до чего доколупаться. Пипец. Ой, бывает в жизни огорчение. Кошмар. Так, он долго у меня будет вариться. Так, капуста настругала, зажарочку сделала. Он сделала. Ой, а куда ты мне паришь? Где-нибудь полная. Я люблю, когда много свеклы. И я люблю вообще борщ с кислой капустой. Не знаю, почему люблю. А Сережа не ест квашеную. Поэтому мне приходится делать со свежей. Тут нарубила лучок, свеколка, томатики, чесночок. Прям захотелось с чесночком. Целую головку чеснока нарубила туда. Выздоравливаю, наверное, поэтому... А тут у меня, блин, я не могла его разрезать, разрубать. Сережа съест. У нас мясо никто не ест в супах, только Сережа скушает. Сейчас оно проварится, это закину все. И нормально. Еще осталась капусточка. Можно салатик сделать. Не можно, так и сделаю. У меня есть специальный нож резать. Сережа с России привозил. Она мелко режет. Но это мелко резать, это как раз вот, вот такой на салат. А в борщ вот я люблю крупняк прям. Так-то вот, девочки. Девочки, сегодня же уже третий адвент. Зажигаем свечу.
О, что это она закоптила? Уже третий. Еще неделька и Рождество. Мальчик выгуливает. Когда хорошая погода, можно с собачкой погулять. Но когда вот такая вот мерзкая, если честно, не особо. Девочки, Сережа привез елочку. Можно оставить. Пока затащила ее на балкон, все руки в клею, в смоле. Что-то вот как всегда вот эти, вот бы сосну. Вот эти ели, они не из такой пушистой, а вверх что-то лысоват. Срубила нашу елочку под самый корешок, короче. Мусору сейчас будет. Будем настроение поднимать елочкам. Говорила, бери пониже. Вот по это место убрать. Ну вот сразу под этой юбочкой отрежь. Под этой? Под юбочкой. Тут? Да. Чё, куда она? Вон в потолок уперлась. А зад тебя, походу, взял там. Ты решил самое высокое выбрать. Я самую красивую решил выбрать. Опять в майке своей. Люди уже давно некоторые поставили. Ну, немцы они ставят 24 утром, поставят 25 убирают. Подарки разобрали. Убирают не все, конечно, но большинство. У нас и пластмассовая, конечно, есть. Ну, короче, 20 евро стоит елка. В прошлом году тоже так стоило. Ну что? Нормальное, что? Красивое? Ну, еще бы пахло елочкой. Ну, сейчас туда это шпицу воткнем. Звезду золоту. Ну. Так это на улицу бросить. Сейчас бардак будет. Мне кажется, хорошая. Да нормально. Не, она просто равномерно вся шла. А там вот. Ну да, обычно это снизу они пушистые, а сверху такие дряхленькие, лысые. Нормальные. Ну вот так, девочки, как-то мы накидали игрушечек. Быстренько с Сережей. Каждый год у меня какой-то цвет. То в красный одеваю, то в золотой, то еще в какой-нибудь. А в этот раз решила без всяких дождиков просто разные игрушечки повешать. И все, вот эта старая игрушка. Тяжелая, стагильная. Как-то вот так, как без щелкунчика. Без щелкунчика никак. Такая елочка у нас получилась. Ну и звезда обязательно. Нормально. Пойдет, я думаю. Минимализм у нас в этом году. Не стали в золото одевать. Такие вот игрушечки покупала, как у нас в детстве были. Стеклянные. Всякие фигурки. Когда шарами просто, когда фигурками. Снеговичок такой. Это кирха. Каждый год по-разному. Нормально, запах уже пошел. Уже приближается, Сережа. Новый год, Новый год. Старая. Вот это тоже старое.
А вот здесь Сережа нацепил этим игрушкам вообще больше 80 лет. Вот эти мы их сюда цепляем на люстру. Включи, Сереж, свет. Плохо видно. Они старые-старые. Такие. Ну, все, одно дело уже сделали. Правда, вместо Деда Мороза у нас...